Видеоролики, плакаты, рассказ о волонтерстве и экотрадициях – именно такие работы прислали дети округа на муниципальный этап конкурса экологических проектов. «Чистая страна, какой я ее вижу». Теперь настало время награды за труды. Я очень сильно переживаю за экологию. Вместе с родителями сажаю деревья, чтобы было красиво во дворах. Убираю мусор, не раскидываю его нигде. И не жгу пожары в лесах, где это нельзя делать. Это уже третий подобный конкурс. Организаторы говорят, популярность его растет. Если в прошлом году свои работы прислали 12 юных уссурийцев, то на этот раз участников 50. Одно из основных – это чтобы работа не являлась плагиатом, чтобы она вносила что-то новое, не только в вопросы экологические, но и, конечно же, в дальнейшем, чтобы оно могло определять концепцию решения этой проблемы. Призовые места в 4 номинациях заняли 25 человек. Все получили дипломы участников, а победители еще и ценные подарки. Хочется пригласить всех жителей нашего Уссурийского городского округа принимать участие в таких мероприятиях. И хочется пожелать всем победителям нашего этапа в крае. Мы будем ждать их с победой. Теперь победители муниципального этапа экологического конкурса «Чистая страна, какой я ее вижу» отправятся представлять Уссурийск на региональном уровне. В краевом парламенте будут оценивать работу приморских школьников до 30 июня. Кристина Бабчук, Виктория Калинина, Роман Адонин, Телемикс.